Давайте вот это посмотрим. Если громче сделать или тише, напишите в чат. Мне нож чешется, сори. Блин, наверное. Раздевай. Не помню. Температуру. Она хочет пить, хочет маракую. А я ее хочу, если хочу, то буду. Спасибо за 15к, Слава. Ёбаный! Ты чё, блядь? Вон он сидит, ебать. Слева. А, или станочка? Кинь станочку. Не, нет. Да я побачу просто. Блядь, мимо. Он выпал? Выпал, yes. Бегу за ним. Выпал, yes. Maybe не выпал. Блядь. Не, он что-то не алё, алё. Ой, приколист. Русские есть! Русские! Есть! О, блядь! Есть! Хесус! Не, Хесуса голос можно запомнить, реально. Голосы там, я не знаю, уже за 10 лет. Кстати, что это за мода смотреть фильмы? Можешь мне тоже посмотреть фильм, я посмотрю, какой у меня онлайн. Вдруг у меня будет онлайн там 1500-2000 человек, если не больше, на каком-то фильме. Типа, люди и сами могут посмотреть фильм, но со мной это же интересней. У меня онлайн как подымется, блин. Подымется. Есть такое слово? Подымется. Поднимется. Так, это шутка была такая. Ну просто, ну я не знаю, я, знаете, могу так привыкнуть к фильмам. И больше нихуя не буду делать, просто смотреть фильмы. Хуя, охуеть. А тебе сколько лет? 21. 21? Да. Маленький, прости. Блядь, Дося, привет. Привет. Наступно. Блядь. Так залетела, чуть не уебалась. Не, че молодец, молодец, что за хуйня? Че они сразу какие-то видишь, бля, себя? Кого, и кого ты скипаешь? Ну, типа, что? Ты хочешь подольше в игре остаться? Здравствуйте. Ребят, вот это не может даже, блядь, сесть, вы понимаете? Ее все скипнули, она даже нихуя не сказала, мы даже не знаем, как ее зовут, сколько лет, блядь. Наступно. Блядь, ну шо ж ты? Зря садилась. Эй, йоу, молодой киберспортсмен, играешь, кс го, а Витто, блин, мне дюша, чёп. Один, начали! Ну, рот у тебя не рабочий. Три, два, один, начали! Нихуя. Ему 28 лет, на минуточку. Ну, так, давайте тогда так. Вот эта фотография мне нравится. Да, но это не для тебя, спасибо. Мальчиков, абсолютно. Вот, вот вообще далеко, далеко, далеко. А вот это мой. Вот это мой. Он мой. Видишь, блядь, твой. Катя пизды даст. Шутка. Виртуальное леща сейчас тебе Катя прописывает. Я уже боюсь теперь просто ящиком подвигать нормально. Ну я бегу ровно туда, блять, сразу же от крюка. Я видела, как да папочка проходила эту игру. Ну едь. И вот сейчас. Все, он стал умнее. Куда, блядь, куда? Ладно, все, я понял, понял. Помнить,
мы сегодня вот занимались? Короче, я купила вот собакам, блядь, билет на самолет, переноски. Это очень странно, то, что ты купила собакам билет на самолет. Это все заебись. Съездили, отдали кольцо Андрея на переплавку. Если бы у меня хуй был 30 лет, я бы доставал до него. Боже, боже, блядь. Чего нахуй? Я уверена, что если бы пацаны могли бы достать своего писюнчика, вы бы 100% себя сосали. 100%. Я уверена на все 1 000 000%. И сейчас так не уважают женщин, за что я осуждаю. А если бы доставали б туда, вы бы вообще б забили хер на девушек. Я в этом уверена, тем более. Чисто попадал в нарезку, реально, блядь. Ебать, Саня. Нет, нет, не, 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 нихуя, не, 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 бля, нет, блядь, нет, 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 слишком далеко отлетел. Нет, 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 блядь. Очень интересно, перейдем. Это вообще звук из какого-то, знаете, когда хоррор фильм смотришь и там какой-то напряженный момент идет какая-нибудь женщина. Да блядь, ты ебаный нахуй рот. Идет, крадется. Или потихоньку открывает дверь, и сейчас что-то произойдет. Я бы только попробовать на вкус, и все. Я тоже так первый раз сказала. Я только попробую на вкус, и все. И тут происходит, она умирает. Ладно, сори. Капец, у меня на стриме такая камера красивая. Не камера, а картинка. И не только красивая. Камеры. Бутылка с водой тоже ничего такое. Да. Чё, бля? А ну иди сюда. Чего? А знаешь, что у меня есть? Что? Сосалка. Рома? Ладно. Хуйня. Слышь, колота ебаная, привыкли свои, блядь, носить нахуй найки, блядь, эти, как их нахуй. Хубараги, блядь, за 3000 пошли нахуй, блядь. Нормальные пацаны рибаки носят, ебало бьют за Ашаном таким, как вы, нахуй. Ну ладно, ребят, сейчас я забущу. Оп! Видели? Смотрите, мой лайк за 1000. Мой лайк за 1000 считает. Наконец-то, нахуй. И до Ютуба доходит то, что я шеф, нахуй. Наконец-то. Что? Я не поняла. Расскажи прикол. Я что-то протупила, ничего не поняла. Он ставит лайк, лайк убирается, и что? Я жду сообщения в чат, я ничего не понимаю. А я думала, там 50 должно быть. Я думала, что это 49, 99, а там 50, и это снимается. Я поняла только, боже. Хорошо, блядь. Я не увидела цифру. Надо крутить как крепко, так, ну, сначала язычком прикрыть, а потом отпустить. Ты веришь? Нет. Я думала, наоборот, понимаете, 49, 199, я восьмерку не увидела. И типа он ставит 50 тысяч, а оно не ставится. И он как будто хочет нажать, чтобы было 50 тысяч, а оно типа не показывает, что там 50 тысяч лайков. Я восьмерку не видела. Оу, щиш! У меня просто глотка рабочая. Пульсовали, наверное. Я поняла. Двигатель. Уже. Говно, нет? Знаешь, где, какой я сегодня контент на YouTube увидел? Уникальный. Уникальный контент на YouTube? Уникальный, да. Ты, конечно, знаешь, многие придут в шок. Я не буду говорить, что там, где, как найти. Ну, что? Ты жив? Нет. Ну, Стас одет как Алина. Ей девушкой быть получше, мне кажется. Ну, типа, красиво. У меня даже прическа другая. Не знаю, о чем вы говорите. Блин, вдруг меня за этот Twitch тоже забанят? Хотя я имею в виду, что она сама по себе девочка, и ей очень, она очень красивая, как девочка. Глупцы. Алина блондинка, я брюнет, жгучий.
Боже. Короче, вот такой пранк. О, спранканули, представляете? Ого, бля. Да где это ваша Астрахань ебаная, блять, не вижу я ее, ёпта. Хули она не подсвечивается здесь? А, Астрахань, блять. Боже, я вообще максимально сейчас вступлю. Мне показалось, что здесь написано Михалина. А тут написано Монголия. А я думаю, Михалина. Азовское море. Да я ебу, что где Азовское море? Хули вы мне все время, блять, подкидываете какие-то нахуй. Моря, блять, океаны, я чё, блять? Похоже на абонента, что ли? Каспийское море, я ебу, что где это находится. Блять. Я могу карту до пятерочки нарисовать и все, блять. Блин, вот это вкусняк. Bad Sunday.